Название пока не будет. Название придумаем вместе. Это стихи Михаила Александровича Кузьмина. Что морочишь меня, скрывшись в лесных холмах? Нимфой горных пустынь, тщетно дразня меня. Это ведь голос твой, ты ответы даешь нежным словам моим. Что морочишь меня, скрывшись в лесных холмах, нимфой горных пустынь, тщетно дразня меня? Знаю я хорошо, это ведь голос твой, ты ответы даешь нежным словам моим. Я люблю печу, ты мне люблю в ответ. Я навек повторю, ты повторишь навек. Но лишь только скажу в сладкой надежде, твой ты мне, твой же назад, с легким зефиром шлешь. Все холмы обыскал, все обыскал леса, чтоб шалунью найти и услыхать твоя. Тщетны поиски все, бедный безумец я, что в бесплодной мечте с эхом беседу вел. О чем стихи? Об эхе, конечно. И название, конечно, именно такое. Эхо. В чем странность эха? Оно повторяет то, что вы сказали, правда? Да. Закричали «люблю» и слышите в ответ. Закричали «навек» и слышите в ответ. Правда? Почему здесь Кузьмин так странно играет вот этими словами? Давайте подумаем. Я люблю за плечу, ты мне люблю в ответ. Я навек повторю, ты повторишь. Но лишь только скажу в сладкой надежде, твой ты мне твой же назад. С легким зефиром шлешь. С легким зефиром это как? Ветер такой. С легким ветром, конечно, да? Зефир это, как правило, восточный ветер. Да? Все холмы обыскал, все обыскал леса, чтоб шалунью найти и услыхать моя. Тщетны поиски все, бедный безумец я, что в бесплодной мечте с эхом беседу вел. Давайте вспомним, откуда взялась нимфа эхо. Так, миф, вспоминаем. А нимфе эхо. Миф. Ну как? Кажется, ее полюбил Аполлон, но она не ответила взаимностью, поэтому не могла сама все это говорить, а только отвечать на то, что она здесь что-то логическое звено какое-то пропущенное. Ее полюбил Аполлон, но после этого она не могла отвечать ему взаимностью. Но она не ответила ему взаимностью. Так, она не ответила ему взаимностью, и что? И что? Логику мы дополняем. И после этого? После этого она что? Потеряла голос? Сразу. Действительно, нимфа эхо. Это нимфа. Очень хорошо, что кто-то из вас вспомнил этот миф. Это действительно древнегреческий миф. Об эхе, которая только повторяет наши с вами слова. А еще, как правило, окончание слов, да? С чем играет Кузьмин? Давайте подумаем. Его герой говорит «люблю» и слышит в ответ «люблю». Ура! Он слышит «навек».
потому что сам повторил навек. Но потом он хочет сказать: я твой. Ура! И слышит в ответ что? Почему-то тоже твой. Значит, что-то не так. Он что хочет услышать? Герой Кузьмина. Я твоя. Твоя. А ты мне твой же назад с легким зефиром шьешь. Вот что он слышит. Значит. Он попался в эхе. Давайте посмотрим, что перед нами. Дольник, тогдавик, акцентный стих, не знаю, силабатоника. Давайте посмотрим. Может, я. Не знаю пока. Давайте смотреть. Это тоника? Просто или силабика? Просто я рассмотрел. Не знаю пока. Силабика или тоника? Скорее всего, это тоника. Видите, это точно не силабатоника. Там не получается. Это приходит по тонику. Это не силабатоника. Согласен, почему? Потому что там нету, вот там, если брать двух слов, там получается ям, корей, и так далее. Так, то есть... Бен получается. А там трехсобный дурсак. Не села тоника. Если брать тонику, то получается, под тонику оно подходит, самое главное. Так как первые строчки 5 на рейн, последние 5, а двух между 6. То есть это приходит для села тоника, чередование. А под силами тоже подходит, так как каждой строчке 12 слогов. Ага. И что это? Строчки 12 слогов. Согласен. Напоминаю остальные строчки на всякий случай. Я люблю, закричу, ты мне люблю в ответ. Я навек повторю, ты повторишь навек. Но ты ж только скажу, в сладкой надежде твой. Ты мне твой же назад с легким зефиром шлёшь. Что за размер клетки? Странно. Может, я вам совсем не понял. Может, это верлиба? 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 Ну, на верлиба, согласитесь, тоже не похоже. Во-первых, каждая рифма, каждая клаузула мужская, правда? Верлибре как угодно. Здесь каждая клаузула мужская. Лесных меня. Да? А если каждый клауз, значит, может быть, все-таки это тоника? Может быть, это тоника, давайте подумаем. Если это тоника, то, наверное, в каждой строчке должно быть равное количество ударений. Не обязательно. Или они могут чередоваться. Вот у меня первый эффект получился. 5, 6, 5. Это чередование. Типа тоника, по идее, подходит. Так, это близко, ну-ка. Ну, типа чередование, это тоже подходит. По 12 слогов в каждой строчке. Тоника. По 12 слогов в каждой строчке, то есть это подходит под чередование. А может, не я там? Это вроде бы чередование. А может, у него 2 размера? А может, скажем так. 12 слогов получили случайно, правда? Да, потому что они еще все время повторяли. Так, но это не тоника. Так, еще. А стих как меряется? Это не тоника. Это тоника. Ты знаешь, как стих меряется? Мере, чем он. Стоп. А может, это стих? Хочешь линейки? Да что? Нет, я имею в виду верх. Верлибр? Нет. Явно нет. Здесь есть большее ограничение. Более сложный, чем верлибре. Извините. Я думаю, что это все-таки не тоника, но не силабика. И мы сами. Потому что в этих строчках подготовим. У тебя еще 4. По 4 в этих двух строчках. То есть это не тоника. Сделайте проще. Сделайте проще. Считайте ударные и безударные. Вы увидите закономерность. Не поленитесь, посчитайте их хотя бы в 4 строчках. 4, 4, 8, 8. Не услышали. Так, четверо всех
Это дольник, возможно, не знаю. Нет, пока. А у меня есть край. Там... Все холмы обыскал, все обыскал леса. Тщетны поиски все, бедный безумец я. Тут восемь. Это дольник. Это очень похоже на дольник. Но каждая строчка. Я бы сказала, что это не тоника. Это акцентный стих. Это будет не тоника. Возможно, это не тоника и не силабик. Ну, а не акцентный стих. А акцентный стих. Тоника. Ну. Если вы внимательно посмотрите, каждая строчка устроена вот так. Я понял. Акцентный стих. Каждая строчка заметна. Значит, акцент. Можно? Каждое. То есть формально это акцентный стих. Это правда. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра. А я не согласен, что это тоника. Тщетны поиски все. Да? Бедный безумец я. Еще, можно? Есть, например, чтобы ритм считается, и потом симметрическое. То есть, смотрите, вот между двумя ударениями, там где нет сударов, где симметрия. Да, тут это что-то есть симметрия. Это симметрия. Да, у меня же там три ударных слова. Там где два удара, у меня без ударов. Симметрия ходит между двумя ударами. Так, то есть ось симметрии. Ось симметрии проходит аккуратно пополам. А может это две... Я вас уверяю, это не случайно. О чем стихи? Он специально даже писал. Так. Я хочу сказать, что мне кажется, что это не тоника. Смотрите, получается разное количество... Нет, не слава тоника. Возможно. Получается, что это разное количество ударений было. Смотрите, тут 5, 6, 6, 5, а дальше 8, 8. Дальше нет. Пожалуйста. 8 ударений. Это у меня сегодня. Ой, да, там 4. 8 ударений в ряд. 4, 4. Итак, 4 ударений там может быть... Можно? Может быть, больше. Больше, можно? Да. Это возможно, силаба тоника из-за того, что эти две повторяются. Это два... Если это силаба тоника, то тогда как-то странно. Сначала почему-то. Корей. Потом. Я в пандемии. Скажем так, с пандей, да? Ага. Да? Да. Вот здесь явная цезура еще. Да? Затем анабис. Дальше. Анабис. И я. Дальше я. Возьмите. Реально. Но заметьте. Берите. Каждая строчка устроена именно так. Почему? Каждая строчка. Это не партийный стих, что это не партийный стих. Я считаю, что в этом стихотворении просто нет этого ритма, который мы привыкли. И это написано как у Полоцкого, специально форме. Это близко, это очень близко к делу. А может быть, это не силабика, не силабика, и не вербигор. Я так что это. Значит, возможно, какой-то особый размер. Особый размер. Тут, может, вообще нет размера. Я специально так написал, чтобы выглядело как эхо. Я за Семена. Извините, Владимир Владимирович, может, тут вообще нет размера. Может, он специально написал, чтобы выглядело как эхо. Вообще нет размера. Смотри, каждая строчка построена. Нет, я имею в виду... Значит, размер есть. Нет, я имею в виду, что... Это не случайно. Более того, не случайно, что эти строчки имеют действительно ось симметрии. Четко совершенно делятся пополам. Потому что он не хотел бы размер писать. Явно совершенно принцип зеркальной симметрии. Ну, да? Да. Оставьте здесь зеркало. Да, это симметрия. Конечно, это явная зеркальная симметрия. Так, еще. Так вот, может он не закладывался писать это размер какой-нибудь, может он закладывался писать, он же про эхо пишет, он закладывался писать, в том числе медленно, чтобы было похоже на эхо. Так, он хотел явно написать что-то симметрическое. Чтобы было на эхо, видите? Эй! У меня есть три вопроса. Смотрите,
Почему об эхе я напоминаю всем? Извините. Я люблю за плечу, ты повторишь. Люблю. Я навек повторю, ты повторишь навек. Да? Это действительно некая симметрия. Это эхо. А все стихи были не надо написаны? Нет, конечно. Нет, Кузьмин сам написал. Кузьмин очень разнообразен. Почитайте Михаила Александровича Кузьмина. А еще стихи из такого... О, самые разные стихи. А еще стихи такого строения у него есть? Есть, конечно. А если он тебе проект? Эхо написал. Это размер обозначает эхо. То есть повторение. Смотрите, этот размер обозначает эхо. Это, наверное, Понятно, о чем речь? Да. В каждой. Перед нами